Приветствуем наших подписчиков и гостей канала «Эзотерика для тебя». Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня поговорим об энергетике дня 1 сентября, поговорим о том, что нам ожидать от этого дня, на какие моменты обязательно стоит обратить внимание, чтобы этот день для вас прошел удачно и благополучно. Друзья, далее все более подробно. Итак, 1 сентября и числом этого дня, друзья, выступает число 7. И это число означает, что энергетика этого дня будет достаточно сильной, а также богатство, процветание, любовь, счастье, красота и радость будут вас окружать на протяжении целого дня. Главным символом этого дня является павлин, и этот символ означает, что в этот день нужно обязательно обрести новые знания, например, пойти на курсы повышения квалификации или, как вариант, освоить новую профессию, начать изучать языки или открыть для себя какое-то хобби. Пойдите на танцы, все это очень скоро вам пригодится и поможет сделать вашу жизнь более разнообразной и интересной. Очень хорошо в доме иметь статуэтку павлина. Это поможет притянуть потоки светлых энергий, которые будут помогать вам справляться с различными трудностями, а также притягивать в вашу жизнь все то, что вам не хватает, и то, что вы только пожелаете. Павлин – это символ процветания, везения и успеха. Такой подарок отлично подойдет для бизнесменов, карьеристов, так как будет помогать им добиться успеха во всех делах и начинаниях. Вы сможете заключать прибыльные сделки, подписывать хорошие контракты. Он способен помочь быстро продвинуться по карьерной лестнице. Эта птица известна еще с древних времен и в разных культурах имеет свое значение. Но везде только хорошее и положительное. Изображение павлина – это сильный энергетический талисман, который способен защищать от любого негатива, лжи и ненависти. Также в этот день обязательно нужно провести ритуал, который поможет вам быстро разбогатеть. Проснувшись утром, не срывайтесь быстро с постели. Даже если вы проспите, настройтесь изначально на то, что этот день значительно изменит вашу жизнь, поможет вам стать гораздо ближе к вашей цели и к мечте. Если у вас плохое настроение, избавьтесь от причины того, что на него что-то может повлиять. Когда встанете с кровати, откройте окна в доме и пригласите сильные энергии его наполнить. После занимайтесь своими обыденными делами. Съешьте на завтрак что-то легкое и питательное. Это поможет вам в течение дня притягивать хорошие энергии к себе и будет делать ваше биополе сильным. Обязательно уделите внимание своей семье. Приготовьте для них на завтрак то, что они больше всего любят. Это поможет им правильно начать день и в течение дня притягивать только светлые энергии. Перед тем, как выйти на улицу, нарисуйте символ этого дня на запястье левой руки или же, как вариант, скачайте заставку с изображением павлина на свой телефон. Это простое действие поможет вам приумножить положительные энергии вокруг себя на протяжении всего этого дня. Очень хорошо сегодня купить в дом такой талисман. Он может быть маленьким или же изображенным на картине. Когда принесете его, обязательно проговорите следующие слова. Светлые энергии с символом этим в дом мой войдите. Его заполоните, всех, кто в нем живет, от любого зла защитите и жизнь их счастливыми сделайте. В этот день у вас будет возникать ситуация, которая способна изменить вашу жизнь в лучшую сторону. Наполните ее приятными событиями и счастливыми моментами, поэтому максимально используйте возникшую ситуацию себе во благо. Также сегодня вы найдете решение проблемы, которая мешала вам жить на протяжении долгого периода времени, не давала вам двигаться вперед. Хорошо в этот день разорвать отношения, которые постоянно вас расстраивают или держат вас на одном месте и ничего кроме переживаний не приносят. Как только вы избавитесь от этого, не переживайте, сразу же вы найдете человека и отношения, которые будут делать вас действительно счастливыми, красивыми и яркими и разнообразными. В этот день произойдут изменения, которые сделают вашу семейную жизнь разнообразной. Этот день будет успешным для вас во всех сферах вашей жизни.
Используйте его в полной мере. Стоит в этот день тратить деньги в свое удовольствие. Купите то, что давно присматривали. Такие покупки сделают вас намного счастливее. А денежная энергия очень скоро вернется в вашу жизнь. Не забывайте, что с деньгами нужно правильно обращаться. Их нужно уметь правильно тратить и накапливать. Обязательно должен всегда происходить энергетический обмен. Уделите больше внимания своим близким людям. Семья способна, когда вместе, притягивать сильные энергетические потоки, а в этот день то, что вы все притянете, способно наполнить вашу жизнь хорошей энергетикой и важными положительными событиями. В этот день хорошо делать предложение своей второй половинке. Такая семья будет крепкой, а отношения наполнены романтикой. В этот день стоит внимательно следить за всеми словами, что вы произносите, так как каждое слово способно притягивать свои энергии, а в этот день они будут обладать особой силой. Если вы скажете что-то нехорошее, вы сможете об этом пожалеть, так как доступ хороших энергий к вам это перекроет. В этот день недоброжелатели могут себя проявить, поэтому будьте готовы за себя постоять. Не стоит ругаться, но отпор обязательно дайте. Работайте в этот день на полную мощь, и результат не заставит себя долго ждать. Женщинам в этот день нужно подчеркнуть свою индивидуальность. Как это сделать, подумайте сами, так как вы знаете себя намного лучше. Обязательно приготовьте для своей семьи сюрприз. Это доставит им много приятных эмоций. Мужчина в этот день нужно максимум сил уделить своей работе, начать новое дело, а вечер провести в кругу родных и близких людей, побаловать их чем-то вкусным, возможно, каким-то необычным десертом. Для того, чтобы провести ритуал, который поможет вам быстро разбогатеть, нужно взять 7 лавровых листиков, 7 монет любого номинала, 7 щепоточек соли и понадобится 1 свеча. Первым делом подожгите свечу, вокруг нее разложите монеты, на них положите лавровые листья. Сверху на каждую из них насыпьте по щепоточке соли, возьмите свечу и сделайте ней 7 кругов по часовой стрелке, при этом проговаривая такие слова. Денежную энергию уважаю, ее в свой дом и в свою жизнь привлекаю. Берите по лавровому листу и соль с него сыпайте в одно место. При этом проговаривайте следующие слова. Соль денежную энергию впитала, приумножила и семье моей отдала. Эту соль смешайте с солью, которую будете использовать для приготовления. Затем подожгите от свечи лавровые листья, окурите себя ними, затем монеты, а также окурите все комнаты и помещения в вашем доме. При этом думайте о том, что деньги появляются у вас и что они кардинально могут изменить вашу жизнь в лучшую сторону. Свечу затушите, она вам еще пригодится. Монеты соберите и на 7 минут положите перед зеркалом. Затем выйдите на улицу, найдите укромное местечко и по очереди по одной монеточке кидайте вокруг себя в разные стороны. При этом проговаривайте такие слова. Богатством жизнь свою заполняю, в каком направлении не пойду, везде его приумножаю. Деньги теперь всегда есть у меня, это мне помогает и жизнь мою меняет. Возможности передо мной открывает и путь верный наставляет. Затем, перед тем, как уходить с этого места, 7 раз улыбнитесь. Проделав этот простой ритуал, очень скоро в вашей жизни начнут появляться деньги, и с каждым разом суммы будут увеличиваться, а вы будете становиться намного богаче. В этот день обязательно оденьте одежду белого, зеленого, бирюзового, а также всех оттенков серого цвета. Если одежды такого цвета у вас нет, тогда возьмите 7 бусин в таком цвете, положите их возле порога и при этом скажите такие слова. Энергии сильного дня защитную линию в моем доме выставляют от любого зла. Оно эту черту не пройдет и неприятности в дом не принесет. Через 7 дней вынесите и выбросите их в любой водоем. Талисманом удачи на этот день должны стать следующие камни. Малахит, который помогает достичь гармонии, притягивает спокойствие, наделяет своего владельца хорошими качествами, защищает его от сглаза, порчи, от любых недобрых сил. Способен убирать любую негативную энергию, также это отличный оберег для беременных женщин и детей. Далее, талисманом удачи должен стать благородный жадеид. Браслет из такого камня способен стабилизировать давление. Это отличный амулет для людей, связанных с юриспруденцией, помогает развиться чувству справедливости,
притягивает искренность, верность в отношения, улаживает конфликты любой сложности, а также приносит гармонию и окружает счастьем, благополучием, притягивает богатство, убирает посылы, связанные с депрессией, головные боли, притягивает сны, которые способны указывать на верный путь или выход с трудной ситуации. Друзья, эти знания, эти обряды, ритуалы, практики передавались нам от наших предков и помогут вам в течение этого дня осуществить все цели, к которым вы стремитесь, притянуть что-то важное в свою жизнь, стать богатым и окружить себя только светлыми и хорошими энергиями. С вами, как всегда, был канал «Эзотерика для тебя». Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. А прямо сейчас на экране, друзья, увидите два прямоугольника. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите, там много ценной, важной, нужной и интересной для вас информации. Всех вам благ!